Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас Xiaomi Mi 5S получился не таким, как ожидалось. Как ожидалось, Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 5S. Практически все подробности о его технических характеристиках были известны задолго до презентации, но компании все же удалось удивить. Считалось, что Mi 5S будет внешне похож на обычный Mi 5, но в реальности они абсолютно разные. И речь идет не только о дизайне, но даже и о материалах корпуса. Если Mi 5 был стеклянный с двух сторон, то Mi 5S выполнен в цельнометаллическом корпусе с пластиковыми вставками под антенны в стиле iPhone 6. Кроме этого, не получил Mi 5S и двойной камеры, появление которой многие ожидали больше всего в новинке. Xiaomi Mi 5S сохранил изогнутую форму задней крышки, как это было в обычном Mi 5. Камера осталась на своем прежнем месте в левом верхнем углу. Если посмотреть на смартфон с передней стороны, то в целом он похож на своего предшественника, но кнопка «Домой» теперь не механическая, а сенсорная и находится под стеклом. В ней же находится ультразвуковой сканер отпечатка пальцев с Snapdragon Sense ID, который, по заверениям компании Qualcomm, способен работать даже с мокрыми или грязными пальцами. Экран в Mi 5S остался 5,1-дюймовым с разрешением Full HD, но качество его стало выше, чем в обычном Mi 5. Значение максимальной яркости выросло до 600 нит, благодаря чему он должен сохранять хорошую видимость под прямыми солнечными лучами. Также дисплей Mi 5S отвечает 95% цветового охвата NTSC. Важным изменением стало то, что дисплей теперь реагирует на силу нажатия, как в последних смартфонах от Apple. На данный момент эта функция поддерживается только стандартными приложениями. Самым важным изменением Mi 5S в сравнении с обычным Mi 5 стала камера. Xiaomi первой установила совершенно новый 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX378 с апертурой f2.0. По слухам, именно такая камера будет в новых Pixel и Pixel XL от Google. Говоря о камере Mi 5S, стоит также упомянуть 4-осевую систему оптической стабилизации изображения, систему из 6 линз и поддержку записи видео в формате 4К, замедленную съемку с частотой 120 кадров в секунду и фазовый автофокус. Если верить примеры от Xiaomi, то новый Mi 5S снимает на уровне iPhone 6S Plus и Galaxy S7. Также компания уверяет, что в слепом сравнении камер 49% людей отдали предпочтение Mi 5S, но стоит дождаться тестов и отзывов от реальных пользователей. В плане технических характеристик Xiaomi Mi 5 стал одним из самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. В нем установлен новый 4-ядерный процессор Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4 и 64 ГБ встроенной памяти, а также 128 гигабайт встроенной памяти у старшей версии. Память имеет высокоскоростную передачу данных UFS 2.0. Технические характеристики Xiaomi Mi 5S такие. 5,1-дюймовый Full HD дисплей с распознанием силы нажатия. 4-ядерный процессор Snapdragon 821. Графический ускоритель Adreno 530 с тактовой частотой 624 МГц. 3 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4. 64 или 128 ГБ встроенной памяти. 12-мегапиксельная основная камера. 4-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой также 2.0. Аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Ось Android Marshmallow. 2 слота для сим-карт, поддержка 4G. Ультразвуковой сканер отпечатка пальцев Snapdragon Sense ID. Разъем USB Type-C, NFC для мобильных платежей. И габариты его 145 мм по высоте. Так, 70 мм ширина и 8,25 мм толщина, вес 145 грамм. Теперь самое главное — цена. Xiaomi Mi 5 с накопителем на 64 ГБ будет стоить в Китае $300, а версия со 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $345. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.